тот мед, что ты мне продал, медом там и не пахло. Что же там было? Там были пчелы. Теперь я заберу твои губы себе. Наталья Дмитриевна! Наша глазуха? Так, смотрите, будто хотите спросить. Только взгляните на этот нож. Что же ты с ним делал? У каждого свои фетиши. А прямо по курсу вы можете наблюдать магический техникум. Почему техникум? Потому что магический институт после 11-го. Поздравляю, поздравляю! Отныне вы будете зваться фантастической четверкой! Ты где столько парт видишь? Ты чё, сука, в дерьмо наступил? О, это ты. Зря. Выходи за меня. Не мешай, женщина, я строю песчаную империю. Так, сколько, говоришь, это в банках колы? Песочные не подойдут? Что? Зацензурить пляжный эпизод? Но я сейчас занят. Не надо, у меня герпес. Кажется, у вас там крыша протекает. А? Ну, наверное. У меня ведь глаза замотаны. Счастливо оставаться. Царствие вам небесное. Что ты умеешь? В смысле? Какая роль в отряде? Оператор. Да, два черных мешка, пожалуйста. Тяжелая же сука. Хоть с пандой на задание не отправили. Ах ты, изменщик. Она сама напрыгнула. Когда вы успели завести детей? Я правильно понимаю, ты снял со сбитой подружки кольцо и оставил его себе? Оно вообще-то денег стоит. Ну, выбирай себе гостиниц. Катаны! Копия! Кошачий корм? Ууу, красивая. 5000. Кошачий корм тоже неплохо. Вы это видели, господа полисмены? Что ж, посмотрим. Устранить проклятие, купить хлеба, остаться в живых. У нас потери! Да нет, вот же он. Куда ходил? Зачем тебе перцовка? Слушай, чё-то не нравится мне это место. Может, пойдем? Хозяюшка, мы все. Открывай! У меня клаустрофобия. Никогда не открывает. Сука, далеко. Бам! Пойчу, ебаш! Бля, да он же... без трусов. Сука, я же главный герой. А вот сюда не надо. Ни хрена, круто ты его схавал. В общем-то, фанаты спрашивают, когда вы уберете с лица туалетную бумагу. Говори громче, я же не вижу. Привет. Какой хорошенький. Хочешь себе сестричку? Фу, запарила эта популярность. Собирайтесь, пиздуем в техникум. Полетите экономом. Сегодня на ужин индейка. А чё, а где остальные? Переварились. Привет, Гокнам, у нас есть. Но я не хочу есть. Отдашь мне Рику? Бля, не пачкай его, а? Ты чё припёрся? Забить вам стрелку. Вы все говно! Да что вы вообще можете? Ну, кроме тебя, разумеется. Не убивай, пожалуйста. Еще увидимся, я скину вам геолокацию. Да, а ведь раньше... А ведь раньше мы были друзьями. А теперь посмотри, что с нами стало. С нами пишут фанфики. И даже печатают на мужские панцу. Выходит, меня знает в лицо каждая женщина. Итак, все, что нам известно, это то, что он горячий парень. Честно говоря, я бы ему дал. Отставить вожделение! Дадим мы ему только пизды! Да, я образно! Бля, если кто спросит, скажите, мы на Хэллоуин. Чё-то кого-то не хватает. Где твой хозяин? Мы в свободной стране, сука. Зачем вы разлили Владика? Ах, сейчас бы жопу панды. Ты не панда. Господин Годзё, вы рассматриваете победные варианты будущего? Нет, я просто спал. Говорят, эта техника может телепортировать куда захочешь. Если выживете, расскажете, правда это или нет. Блять, я ведь боюсь высоты. Да, а я разбиться. Не понял, это... Чё такое? Они сами упали, честно? Она тоже? А нет, ее я отпиздил. Хорош! Дерешься плеткой, символичненько. А я вот по старинке ручками. Удел холостяка. Ты... Что ты сказал? Ну, и кто теперь сверху? Стратосфера? Какая нахрен стратосфера? А? Пизда! Звезда? Дай пять! О, я тоже так хочу. Стоять. Я первый его увидел. 7 раз отмей. 1 раз! Собрался как-то немец, русский и американец. Ох, вот это ты меня угрел, конечно. Ну ладно, давай устроим битву покемонов. Если выиграем, так уж и быть, поженимся. Готовься. Цельс! Стой, да я пошутил, дебил, блядь! О, вон там, уеби. Жалко, нормальный парень. Могли бы дружить. Бля, не пачкай стену, а? Доедать будете? Не ешь меня! Где свадьба, сука? Горько, горько! You could do it so amazing, shit, nada. Zero competition, so they miss.